Уже сын 9 лет, уже несколько лет замечаю его огромный интерес к сексуальной теме. Здрасте. Да, этот интерес направлен на меня. Посоветуйте пути решения этой проблемы. Если вы в иллюзии думаете, что хоть у одного человека в этом мире нет интереса к сексуальной теме, то вы находитесь в жутком заблуждении. В Ведах есть такая шлока, такая фраза, что если человек, мужчина, если мужчина не реагирует на обнаженную женщину, которая сидит рядом с ним, фраза такая, если мужчина совсем не реагирует на обнаженную, красивую, привлекательную женщину, которая сидит рядом с ним, допустим, на лавочке, представьте, я сижу на лавочке, и со мной рядом садится обнаженная, красивая, привлекательная женщина. И я на нее совсем не реагирую. То это не значит, что я импотент. Нет, это значит другое. Что у меня и тени греха в сердце нет. И тени греха. Веда говорится, этот человек полностью освобожден от материальных страданий. Такой человек, все. У него нет уже ни грехов в сердце, ни проблем в сердце нет. Все, он святой. Гуляй, радуйся жизни. Ты освобожден от всех проблем в этом мире. Но у всех остальных людей есть вожделение. И у женщин, и у мужчин. Разницы никакой нет. Просто кажется, что у женщин его нет. И кажется, что у мужчин оно гораздо больше. Это просто кажется так на самом деле. Разницы особой нет никакой, что у мужчин, что у женщин. Вожделение или желание наслаждаться телом противоположного пола есть даже у детей. И это нормально. Что делать? Сейчас объясню, мой хороший. Я буду вам объяснять всегда это, пока вы не поймете, что это надо делать. А понять это очень сложно. Пока в вашей семье не будет поднят уровень духовной энергии на определенный уровень, когда открывается совесть. Да, люди поклоняются в семье Богу, постепенно совести становится больше в семье. Неважно, один человек поклоняется или все вместе, энергетика все равно общая. Мы в одном котле варимся, понимаете? Человек один начинает поклоняться Богу, святости в своей семье, энергетика совести возрастает, и в какой-то момент вот эта семейная совесть открывается так, открывается в какой-то момент. И когда она открывается, сыну стыдно станет думать о том, чтобы испытывать наслаждение по отношению к телу матери. А также ему стыдно будет вообще этим заниматься, думать об этом дома. Ну, например, когда он будет выходить в интернет, чтобы порнуху посмотреть, ему будет стыдно в таком доме, где эта энергетика совести очень сильна, об этом этим заниматься. Все. Такой выход. Другого выхода нет. Приложите усилия, чтобы ваш дом осветился энергией чистоты, которая будет делать ваша собственная молитва.